Отправляй спасательную команду. Там никого нет, Рейс. Крок, свяжись с полетной, я полечу один. Я лечу с вами, сэр. Капитан, ни маяков, ни признаков жизни. Мы потеряли их. Сигнальный буй. Мы близко. Да, вижу. Включайте. Есть. Говорит адмирал Сален Коч с Олимпа. Тигр, корабль ЮНСА, уничтожен. Врагам фронта пощады не будет. Я обращаюсь к возмездию. Мы продолжим борьбу с вами. Изнутри и снаружи вашего гибнущего мира. Ваши города сдадутся, обескровленные и слабые. Мы придем к победе. Марс вечен. На Вести была ловушка. Они знали, тигр или возмездие ответят. Это была западня. Капрал Брукс прав, капитан. Брукс теперь не капрал. Теперь ты сержант. Командир десантников на корабле. Так точно, сэр. Нужно срочно связаться с Рейнзом. Нет. Сержант Амар сказал решать мне без вариантов. Это тот самый случай. Работаем. Итан, записывай. Есть. Стратком дает задание. Мы рискуем. На сей раз погиб тигр. Следующие мы. При всем уважении, адмирал не под огнем. Время поднять черный флаг и пойти на абордаж. Отлично, капитан. СДФ охраняет ключевые цели. Вот здесь. Пора взять реванш. Устроить собственную засаду у нас дома. На земле? Мы заманим Олимп в Женеву и уничтожим. Прекрасный план. Могу я узнать, как, капитан? У нас есть транспондер СДФ. Он был имплантирован оперативнику, захватившему Атис в Женеве. Передача прекращается при смерти оперативника. Задание для смертника. То есть потеря сигнала означала бы, что мы остались безоружными. А это значит, путь свободен. И началось бы вторжение. Предположение. Мы не окажемся безоружны, сэр. Пусть СДФ так думает. Нападем внезапно. Атис атакует их флот. Клин клином. Накроем стол, они придут на пир. А возмездие? Уберем его из уравнения. С него хватит. Солнечный вихрь за пределами атмосферы. Время отклика будет огромное. Поддержку не обеспечить. Прыжок в атмосферу может стоить нам жизни. Взрывная волна сама по себе разрушительна. Надеюсь, обойдется. Итан, добавь на карту объекты. Подготовь доклад и отправь в стратком. Есть, сэр. Это может переломить ход войны. На то и расчет, Брукс. Готовь десант, ударную группу. Есть, сэр. Мак, проверь все системы. Капитан. Мне нужен этот корабль, Рейс. Тогда отправляемся. Командуйте, Кэп. Отправляемся по приказу. На карту добавлена отметка новой операции на Земле. Это наш последний шанс очистить карту, сэр. Если нет, возвращаемся домой. Решайте. Олимп атаковал не только Весту-3, но и другие шахтерские колонии. Огромные запасы ценных металлов оказались выброшены на околосолнечную орбиту. Эти ресурсы принадлежат ЮНСА. СДФ отправил туда своих трофейщиков под прикрытием шустряков. Надо с ними разобраться. Проблема в том, что солнце слишком близко. Наши шакалы продержатся на такой жаре считанные минуты, так что действовать придется в темпе. В этой битве у нас два противника. СДФ и Солнце. Иными словами, ничего. Сэр, возмездие будет держаться позади, чтобы избежать критического нагрева. Будьте осторожны, вас мигом засечет СДФ. Понял. Сколько у нас времени?
считанные минуты, сэр. Вы закончите таймер, когда прибудете на место? Это за Омара. Отличная идея, капитан. Скар-1, центр предупреждает о критически высокой температуре. Принято. 1-1. Поняла. Взлет через 3. У нас будет совсем немного времени. На счету каждый выстрел. Запускаю таймер, сэр. Внимание, шустряки! Устроим им ад. Оружие к бою. Твою мать, их тут целая эскадрилья. А ими замечены 4-5 асов. Придется попотеть. Следи за временем. Рейдер, можешь закрыть того аса? Следи за временем. Рекомендую атаковать шустряки. И 8 часа. Вторая пошла! Да, постарайтесь уничтожить этого аса!
нету на этого аса! Сэр, вам нужно уходить!
обеспечены 4-5 асов. Придется попотеть. Следи за временем. Он уходит. Один готов. Ас все еще здесь. Займись им. Thank you.
Надо сократить число шустряков. Придется попотеть. Следи за временем. Сбиваешь шустряки, рейдер! Сейчас.
Шустряк, на 10! Атаковать шустряки.
Так точно, Эйден? Ас все еще здесь, займись им! Не забудьте, здесь ас противника! Шустряк на 12 часов. На 6 часов.
не забудьте, здесь ас противника! Шустряк, у тебя по курсу! Шустряке все еще здесь. Одна минута, шакалы больше не выдержат. Уносите ноги, Скар! Шустрый, на 10 часов! Продолжай охоту на этого аса! Ракета, пора сваливать, рейдер! Температура критическая, срочно уходите, оба! Жарко. Не могу. Остался последний. Быстрее, рейдер, время идет. Надо сократить число шустряков. Твою мать, надо закругляться. Надо разобраться. Сэр, время почти на исходе. Работай по шустрякам! 30 секунд! Сэр, вам нужно уходить оттуда как можно скорее. Рекомендую атаковать шустряки. Собираемся и отходим. Живо!
Спасибо за помощь, Игорь. Это моя работа, сэр. Возвращаемся на возмездие. Начал беспокоиться. Рад, что вы справились, сэр. Пришло время операции «Черный флаг». Начинаем прямо сейчас.